В Москве бизнесмен, задолжавший крупную сумму денег, открыл огонь по судебным приставам, когда те пришли описывать его имущество. По некоторым данным, речь шла о более чем 160 миллионах рублей. Во время процедуры 46-летний мужчина заявил, что мебель и бытовая техника, которую собирались изъять, не его, а принадлежат другу. Возникла ссора, должник выхватил пистолет. В результате погиб сопровождавший приставов представитель взыскателя. Стрелявший пытался скрыться, но был задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям убийства и незаконный оборот оружия. Как заявили в Следственном комитете, мотивом могли стать личные неприязненные отношения на почве долговых обязательств.